смотрите во вторник в программе «Особая статья». Украина устала от Порошенко. Антирейтинги главы государства бьют рекорды. Украина получит летальное оружие из Канады. Эксперты предрекают, что это может окончательно похоронить «Минск-2». Конечно же, это обострит конфликт, это увеличит число жертв. Давайте быть честными. Минск не выполняется и сейчас. От Соединенных Штатов зависит в целом ситуация на Украине. Во вторник в 21:35.